В рамках реализации проектов «Старший брат» и «Российское село» одинцовские единороссы совместно с окружной торгово-промышленной палатой организовали для учеников Голицынской школы номер 1 экскурсию по Голицынскому опытному заводу средств автоматизации. Ребята побывали в нескольких цехах завода, увидели, как изготавливаются, собираются части и элементы конвейеров. Сегодня Голицынский завод – это современное производство, внедряющее передовые технологии.